Всем привет! Сегодня у нас 3 июля. Начинает поспевать очень красивый итальянский сорт раннего срока созревания Свитринг. У меня получается первое плодоношение на этом дереве. Дереву 3-й год. Вот такие вот плоды висят красивые. Пробовал, пару штук срывал. Очень вкусный. Сладкий, мякоть твердая, плотная. Если полностью поспевает, то размягчается. То сорт, конечно, очень вкусный. Считается промышленным за границей. Очень ценный ранним сроком созревания. Крупными плодами на рынке у людей, у кого растет, улетает на раз-два. Не задерживаются вообще на прилавках. Такие вот плоды красивые висят. Сорт стоит внимания. Не знаю, как он подмерзает, не подмерзает. Плодоношение первое. Но чуть-чуть завязалось. Но плоды очень товарные. Очень красивые. Сейчас надо будет сважить его. И запах от него идет ароматный. Пару штук, правда, сгнило буквально неделю назад, то есть не знаю из-за чего, вроде обрабатывался он все, но пару плодов сгнило. Такие вот плоды висят красивые. Сорт сам сильно рослый, очень сильно рослый. У него паганы, вот можно видеть снизу, вот такие паганы фигачат с самого низу, мощные. Вот тоже паганы какие идут. Сорт сильно рослый. Но это, в принципе, очень хорошо, что на сильно рослых и хороший по размеру плод. Не мелкий. Такие плоды висят. Правда, не сильно много его завязалось. Ну, это первый год. Первый год. Но плоды шикарные. Сейчас будем рвать, попробуем сважить. Как он рвется, интересно. Ага, это вообще хрен сорвешь. А с этим рвется. Может, у я так одной рукой, что мне неудобно рвать. А ну прокрутить попробуем. О, прокрутили. Прокрутили, нормально сорвался. Просто что одной рукой снимаю, а другой. Такие вот плоды классные. Получается два персика. Вот в руке. Солнце переливается, все. Какие красивые, очень товарный. Очень. Сейчас сорву пару штук, сважу, разрежу. Так, сорвал. Вот они какие, красавчики. Аж горят. Тарелки. Очень товарный инжирный персик. Сейчас надо попробовать, как он на вкус, на вес. Так, это самые большие. 128 грамм. Ну, для них это хороший вес. Это самые большие я сорвал. Вот отложим сюда. 112 грамм, 87 104, 92 90 92, ну грубо говоря, 100 грамм. 100 грамм. Ну, это же еще нужно учитывать, что дерево молодое. Все-таки, когда дереву лет 5-6, у него все равно плоды крупнее становятся процентов на 30, на 40, а то и на 50. Так, ну, самый большой получается 129 грамм. 129. Может, еще где-то большие есть? Это сладкие, что увидел. Так, сейчас разрежем, попробуем. Так, вот такая у него мякоть. Косточка, в принципе, отделяется. Ай-яй-яй. Косточка, в принципе, отделяется. Косточка небольшая, маленькая.
мякоть желтая, сочная. Вот видно. Сейчас попробуем на вкус, на запах. Запах приятный. Косточка. Очень сладкий вкус, насыщенно сладкий. Короче, ел бы. Очень вкусный сорт. Кислоты практически нету. Очень сладкий, очень ароматный. Такая мякоть мясистая, сочная. Классный. На вкус, конечно, бомба. Мне вообще инжирные персики и нектарины очень сильно нравятся по вкусу. Я с кислотой не сильно люблю ни яблоки, ни груши, ни персики. Бомбовый сорт. То есть всем советую завести, посадить себе в сад. Будете очень довольны сортом. Действительно, он шикарный. Шикарный. Что ранний, что вкусный, что крупный. Всегда его можно и покушать, всегда его можно и продать, если лишний есть. Он не задержится на прилавке. Это 100%. Так что такой сорт. Все, всем спасибо, всем пока.